слышно, да? Отлично. Всех рада вас видеть на нашем вебинаре. Сегодня я хочу с вами поделиться своим стилем жизни благодаря сотрудничеству с компанией Oriflame, благодаря проекту «Экспресс-карьера». Расскажу, как изменилась моя жизнь с проектом, как можно выйти здесь на хороший доход, и кто досидит до конца, получит бонус. Сейчас, девочки, у меня что-то слайдики сбились. Сейчас, секундочку. Девочки, напишите, есть у нас слайдики на экране у вас? Есть, да? И поставьте циферку 1, кто еще не зарегистрирован в проекте, кто еще думает, регистрироваться или нет. Мне просто интересно, есть у нас кандидаты? Есть, смотрю, единички пошли. Я рада с вами познакомиться. Меня зовут Татаренкова Татьяна. В открытом звании «Золотой директор». Построила свой бизнес, работая исключительно только в интернете. Я предприниматель, сотрудничаю с шикарной шведской компанией Oriflame. Безумно этому рада. Я все время мечтала иметь свой бизнес. У меня всегда присутствовало желание жить хорошо, достойно. И я думаю, что каждый из вас тоже мечтает о финансовой независимости. И вот многие этой стабильности, да, и независимости ждут от государства. Я, допустим, давно поняла, что никакой помощи от государства ждать не стоит, необходимо самой действовать. До прихода в проект я жила, как и все, да, в основном люди живут. То есть работа, дом, да, дом, работа, от зарплаты до зарплаты. Вот, по образованию я менеджер, а зарплата у меня была 15 тысяч рублей. Ну, если в долларах, то это 300-400 долларов. Значит, отпуска у меня на работе не было как такового. То есть, если необходимо было съездить на море, значит, на 5-7 дней хотя бы, да, нам с девочками приходилось друг за друга работать, да, как-то задерживаться на работе. Праздничные дни мы тоже. Значит, девочки, звук есть? Есть, да? Отлично. То есть праздничные дни мы тоже работали. Не работали только на 1 января и на 8 марта. И вот все остальные дни мы работали. Так было обидно, особенно на 9 мая, да, на майские праздники, когда все люди выезжали отдыхать на природу, да, там шашлыки жарили, а нам приходилось сидеть в офисе, да, и трудиться, работать. Еще за это нам ничего не доплачивали. Конечно, это всегда было очень обидно. Было такое время, что я работала и на 3 работах. Но так я желаемых денег и не заработала, работая на дядю. У меня есть большая мечта, большое желание иметь свое собственное жилье. Я, значит, живу на съемных квартирах уже 15 лет. Безумно мне это надоело, особенно сейчас, да, когда у меня есть ребенок, и скитаться по этим съемным квартирам уже невыносимо. Вот, и... А так как у меня доход был, да, официальный всего 15 тысяч рублей на моей основной работе, да, где я работала менеджером, естественно, мне ни один банк не мог оформить ипотеку. Вот, муж у меня работает неофициально, и поэтому мне всегда терзали мысли, что мне уже почти 30 лет, а у меня ничего нет. В общем, до прихода в Oriflame было все так печально, грустно, ребенку я ничего не могла купить, потому что у меня детское пособие составляло 4500 рублей. Ну, в долларах, наверное, это примерно 100 долларов. Вот, то есть вещи мой ребенок донашивал от племянников. И даже если что-то я и покупала ему, то это было самое-самое дешевое. Вот, в семье у нас были постоянные скандалы. Но я думаю, да, всем знакома такая ситуация, когда в семье нехватка денег, когда ты живешь на съемной квартире, и...
Ну, это ужасно, да, когда у тебя зарплата уходит на оплату квартиры, на оплату кредитов, и кушать-то, в принципе, остается только на покушать, и то на самое дешевое. Вот. В общем, все было так печально, но в моей жизни появился Oriflame. В проект я пришла в феврале 2013 года. Так, сейчас слайдик переключу. Сейчас загрузится слайдик. Вот, пришла я сама в проект, потому что я очень нуждалась в деньгах, да, нам не хватало катастрофически денег в семье. Вот, и как говорится, люди два раза, да, в жизни учатся, это до 7 лет, и когда жизнь в угол загонит. Вот у меня была именно такая ситуация, что жизнь меня загнала в угол. Так, девчонки, я смотрю, слайдика не видно, да? Ага, вот, вот сейчас должен появиться. Погромче. Ну, у меня на всю уже. Вот. Значит, изначально я искала работу в интернете, ну, хотя бы, знаете, какую-то подработку, хотя бы 3-4 тысячи, чтобы у меня был какой-то еще доход. Вот. Я искала изначально на досках объявления, на форумах. Я рассматривала даже такие варианты, как вот, знаете, делают открытки различные, из памперсов торты делают. Но опять же, на все это необходимо было, да, какие-то затраты. Нужно было купить этот материал. И потом, опять же, куда-то это все надо было реализовывать, да, вот это, как бы, меня терзали, как бы, ну да, даже если я найду денег, да, куплю эти памперсы, куплю этот материал, эти ленточки, эти бутылочки, носочки. Но все равно же, да, это все куда-то надо было реализовывать. Это я сейчас понимаю, да, работая в интернете, что можно. Я варюсь в интернете уже 2 года, да, я уже много чего знаю. Вот тогда я этого ничего не знала, и, конечно, я не представляла, ну что еще, чем можно заняться, как можно подработать. У меня была огромная мечта, я понимала, что не только я в такой ситуации, многие мамочки, я всегда думаю, ну как же, да, вот, как, чтобы найти такого, чтобы и у меня было хорошо, чтобы я помогла помогать людям. Вот верите, мечты сбываются. Вот действительно я попала именно в такой проект, где работают в основном вот такие же мамочки, как и я, которые оказались вот в такой сложной ситуации в жизни. Вот. У меня была одна только вот, я была зарегистрирована только в одной социальной сети, это была Одноклассники. Значит, я не знаю, что мне в голову ударило написать значит, в поисковике, где мы ищем людей. Девочки, звук есть? Есть, да? Я не знаю, что меня осенило, но я в поисковике, где мы пишем имя, фамилию, я написала «работа в интернете». И, к моему удивлению, вышло столько людей, около 1000 человек, которые предлагали работу в интернете. Я, конечно, была шокирована, я никак не ожидала, я искала работу на досках объявлений, просто в Яндексе набирала бизнес с нуля. Но я никак не ожидала, что в социальных сетях, оказывается, уже в 2013 году был, ну, как бы раскручен этот бизнес. Мне как-то никто никогда не предлагал никакую работу. Либо я не обращала внимания, либо я не нуждалась на тот момент, не задумывалась. Ну, в общем, я походила по страничкам, люди предлагали работу, я где-то что-то поняла, где-то не поняла, и я попала на страничку к своему спонсору. Это Юлия Чегвинцева. Я у нее увидела статус, что работа в интернете, Oriflame там было написано. И у нее было написано, что оставьте свою электронную почту для подробной информации. Вот, я оставила свою, значит, электронную почту, Юля выслала мне информацию, и, девчонки, я была просто в восторге, когда я прочитала, и что не нужно было вкладывать денег, что просто необходимо покупать для себя косметику Oriflame. Я против косметики Oriflame ничего не имела, потому что я ранее ей пользовалась. Ну, немного я вот, допустим, тональная основа мне очень нравилась, Giordani Gold, губная помада. Ну, в общем, мне было несложно это делать. Вот. И когда я, значит, увидела все перспективы, которые предлагает Oriflame, да,
Я вот тогда поняла, что вот мой шанс, вот моя надежда, вот мой лучик света, вот я должна сейчас схватиться и работать. И особенно, когда мне пришло письмо от Ани Черна, что, ну, подробное письмо о доходах, что необходимо открывать предпринимательство, вот тогда я совсем загорелась, я тогда на 100% поверила в этот проект. Я поняла, что вот это вот, вот эта надежда, да, это мой шанс, вот сейчас я его должна не упустить. Я сделаю все, чтобы я вышла на хороший доход, чтобы мне могли одобрить ипотеку. Вот у меня вот, вот эти мысли только всегда и кружились в голове. Вот. И у меня все получилось, все замечательно. Я в феврале зарегистрировалась, начала активно работать. И через 8,5 месяцев, в октябре 2013 года, я уже открыла старшего менеджера. Да? Я вышла на 22%. В апреле 2014 года я закрыла звание директора. В сентябре 2014 году я открыла старшего директора. И в октябре 2014 года я уже открыла звание золотого директора. Вот так все замечательно. Всего за 2 года я изменила свою жизнь кардинально. Девчонки, я сейчас покажу, да, свои доходы, сколько... Допустим, я вот вам сейчас показываю бухгалтерскую справочку, которая приходит мне каждые 3 недели от компании Oriflame. Вот такая зарплата мне пришла с премией в октябре месяце. Компания Oriflame перечислила мне 111 744 рубля 16 копеек. Компания Oriflame очень щедрая компания, выплачивает все-все до копеечки. Средняя моя зарплата сейчас на звание золотого директора – это 70 тысяч рублей в месяц. Сейчас я вам покажу, сколько мне компания Oriflame заплатила за 2014 год. Звание у меня было директора. ИП я открыла ровно год назад, в январе месяце, ну, февраль, январь-февраль, месяц 2014 года. И компания Oriflame за год, за весь год 2014 выплатила мне 647 215 рублей 40 копеек. Вот так все здорово, вот так замечательно. Вот такая у нас щедрая компания. Это такой доход у меня был, да, в звании директора. Сейчас у меня звание открыто золотой директор. Естественно, доход будет увеличиваться, да. Я думаю, что за 2015 год я уже буду получать около 2 миллионов. Вот, поэтому, кто сомневается, еще девчонки и мальчишки, не сомневайтесь, компания Oriflame, честная компания, стабильная компания, щедрая компания. Сейчас я вам покажу, что я, да, купила, да, на деньги, которые я зарабатываю, на те деньги, которые мне выплачивает компания Oriflame. Значит, мы купили в этом году ребенку диван детский, купили, значит, телевизор, купили стиральную машинку, вот. Ну, сейчас еще слайдик покажу. Мы съездили в этом году с мужем в Москву на банкет директоров. Было такое шикарное, грандиозное мероприятие. Мы приехали под впечатлением. Мы с мужем были первый раз в Москве. Значит, мы смогли на деньги Oriflame, да, купить себе вещи. Я смогла купить себе шикарное платье. Купили мужу костюм хороший. Значит, я перед банкетом смогла себе позволить сходить в салон красоты, да, сделать прическу, макияж. Этого раньше я не могла, да, даже представить. Я в проект пришла, когда моему ребеночку был 1 годик. Ему исполнилось ровно 1 годик, и я зарегистрировалась. Сейчас моему ребенку вот через 4 дня будет 3 годика, и всего вот из обычной мамочки в декрете, да, я превратилась в успешную бизнес-леди. Теперь я могу своему ребенку покупать хорошие вещи, те вещи, которые мне нравятся, да. Я могу себе позволить пойти в магазин, да, вот брендовый, да, магазин. Мы пошли с мужем и купили кроссовки за 5000. Я раньше вообще не могла даже мечтать об этом. Мы купили ребенку коляску, да, которую я хотела. Мы покупаем те игрушки, которые ему нравятся, а не те, которые я могу позволить. То есть
сейчас в нашей семье нету, да, проблем, ну вот именно, да, вот, вот таких крупных, масштабных денежных проблем. Конечно, у нас много целей, много желаний, много мечт, но уже некоторые мечты наши исполнились, да, мы можем пойти уже свободно в суши-бар, да, покушать. Ну, в рестораны мы еще не ходим, еще не настолько большой доход, но в пиццерию, в суши-бар, Макдональдс, это у нас уже, знаете, это уже как норма, мы уже это можем спокойно себе позволить, мы можем пойти на дом, да, заказать пиццу, вот. Поэтому наша жизнь, конечно, с Oriflame очень изменилась. Мне очень бы хотелось бы, чтобы ваша жизнь изменилась с Oriflame, с нашим проектом, точно так же, как и моя жизнь. Сейчас я еще покажу, да, вот мы на данный момент мы еще живем на съемном жилье, да, съемная квартира, но я вам покажу, в какой квартире мы жили до проекта, да. И сейчас мы снимаем квартиру, где есть уже хороший ремонт, который уже более приятно, да, жить. И я вам потом в конце вебинара покажу, какие у меня есть цели, да, желания, что я хочу приобрести, да, в 2015 году. Вот, вот кто хочет, да, девчонки, не упускайте свой шанс, он у вас есть, вот берите. У нас готовая система работы. И мои достижения, какие вот, я получила две премии, да, за закрытие звания директора $1000, вот мой чек. И в марте месяце я закрываю два звания, это старший директор и золотой директор. Одна премия у нас будет за старшего директора $1500, за золотого директора $2000. Это помимо зарплаты. И я эти деньги хочу внести на первоначальный взнос на квартиру. Мы в марте уже планируем оформлять ипотеку. То есть у нас уже какая-то часть денег мы отложили, да, на первоначальный взнос. Я получу вот эти две премии. Вот, и нам хватит на первый, на первоначальный взнос. И я вам сейчас расскажу, что я делала для получения всего этого, откуда деньги в проекте и как их заработать. Мы оказываем рекламно-информационные услуги компании Oriflame. И многие думают, что в Oriflame можно зарабатывать только на продажах. Вот, и я не исключение. Я точно так же, как многие из вас, знала компанию Oriflame как компанию прямых продаж. Вот таким все привыкли видеть Oriflame, что это беготня с каталогами, листовки, тяжелые сумки, продажи, анкеты, опросы, телефонные звонки. Девчонки, это все прошлый век. Современные женщины больше не хотят этим заниматься. И я вас хочу обрадовать, что ни один из этих методов мы не применяем. В компании Oriflame есть и другие методы работы, за которые компания платит гораздо больше. Вот именно этими методами работы мы и работаем, и приглашаем работать вас. А наша команда работает исключительно только в интернете, в удобное время. Не отрывайся от семьи и домашних дел. У нас в проекте очень быстрый карьерный рост. Обучение онлайн, бесплатное. Не нужно специального образования. У нас нет продаж, либо продают по желанию. Возможность совмещать с основной работой или учебой. В нашем проекте могут работать домохозяйки, студенты, пенсионеры, молодые мамочки в декретном отпуске. Вот, и давайте сейчас разберемся, откуда же деньги, если мы не продаем, и за какие методы компания Oriflame платит хорошие деньги. Мы зарабатываем деньги в Oriflame за организацию группового товарооборота. Значит, и у вас возникнет сейчас вопрос, как организовать этот товарооборот. Все очень и очень просто. Необходимо выполнять два простых действия. Это покупать для себя косметику Oriflame и в сети интернет находить людей, которые будут делать то же самое. То есть они будут покупать для себя косметику и продолжать поиск людей. То есть я, допустим, нашла 5 человек в интернете, которые дублируют точно так же, ну, дублируют меня. Вот таким образом, мы вот все 6 человек, которые есть сейчас на картиночке, мы все вместе, компания Oriflame, организовали
хороший, да, групповой товарооборот. А она нам за это платит приличные деньги. Так. Согласитесь, что вы в любом случае каждый месяц в магазине либо на рынке покупаете такие продукты, как мыло, шампунь, зубную пасту, дезодорант. Вот только ни в магазине, ни на рынке вам, значит, ни хозяин магазина, да, ни хозяин торговой точки не заплатит ни рубля за то, что вы у них приобрели товар, за то, что вы пригласили своих подруг, да, купить в том же магазине что-то. Вот, а компания Oriflame за ваши покупки и покупки вами приглашенных людей будет вам платить хорошие деньги. Вот. Сейчас я слайдик перелистну. И вот наш проект, да, основан на трех китах. Первый кит – это личное потребление. То есть мы должны покупать для себя по мере необходимости, потому что вы в любом случае все это покупаете в магазинах. Второй кит – это нахождение людей в интернете, которые будут дублировать вас же. Вот, и обязательно, конечно, обучение. У нас обучение бесплатное. После регистрации каждый новичок, да, попадает в структуру своего директора, у которого есть школы новичка. Это готовый сайт с подробными инструкциями, с видеоуроками. То есть ничего сложного здесь нету. Все это настолько элементарно и просто, что, ну, может выполнять любой человек. Вот. И давайте поподробнее немножко разберем, да, первый кит – это личное потребление. Хотелось бы рассказать, что покупая косметику Oriflame, вы полностью застрахованы от подделки, потому что товар поступает напрямую от производителя. Весь товар сертифицирован. Это очень-очень важный такой, да, момент, потому что вы знаете, что у нас в стране очень много подделки. Вот. Есть знак международного общественного движения «Справедливая торговля». Это говорит о том, что у нас в компании Oriflame товар, значит, цена и качество полностью соответствует. И даже если вот сейчас, да, вы знаете, что у нас сложная ситуация в стране, значит, что кризис, да, цены выросли. И вот если сравнить цены, которые у нас в магазине, да, в обычном магазине, где вы, допустим, привыкли покупать товар, и цены, которые в Oriflame, они гораздо ниже. Вот давайте сравним. Зубная паста Colgate 75 мл стоит 202 рубля. У нас в Oriflame зубная паста отбеливающая OptiFresh стоит 70 рублей. Зубная щетка Colgate Massageur стоит 101 рубль в обычном магазине. В компании Oriflame можно приобрести зубную щетку за 73 рубля. Гель для душа Fa стоит 160 рублей 400 миллилитров. Компания Oriflame гель для душа Райский Бали стоит 89 рублей. То есть вы чувствуете, какая у нас разница. Крем для рук Нивея стоит в магазине 78 рублей 75 миллилитров. Компания Oriflame отличный крем, да, для рук. Это нежный бархат 150 миллилитров, это 90 рублей. И мыло Помолив, значит, 34 рубля стоит в обычном магазине, и мыло Райское Бали стоит компания Oriflame всего 24 рубля. Вы на слайде видите, да, какая разница в цене. Вот, то есть больше чем половину компания Oriflame дешевле покупать. Если раньше, да, до кризиса, может быть, цены в каталоге и цены на полках магазинов не очень отличались, то сейчас цена вот прям существенно отличается, поэтому вы, покупая косметику Oriflame, даже еще экономите. Второй кит – это нахождение людей в социальных сетях. Мы работаем в разных социальных сетях. Там же мы и находим людей, да, приглашаем в наш проект. Как это делать, вас научат. У нас есть, да, подробные уроки, видеоинструкции, как это все делать. Я вам сейчас расскажу общую картину, да, как мы находим людей. Значит, необходимо создать несколько рабочих страничек, оформить их красиво, установить статус о работе и привлекать внимание людей на вашу страничку.
То есть люди будут читать ваш статус о работе, будут интересоваться работой, а ваша задача будет только дать им информацию. Никого уговаривать не надо, это вот неблагодарный труд. Вот, ваша задача будет дать информацию человеку. Если человека заинтересует, вы будете его регистрировать на сайте Oriflame в свою команду. Вот и все, то есть ничего сложного нет. Это вот, напишите в чате, девчонки и мальчишки, это сложно делать, покупать для себя и создать несколько страничек в Одноклассник, ну, в любой социальной сети, и давать людям информацию. Конечно, это не сложно. Умнички. Вот, сейчас я вам покажу, сколько можно, да, заработать в компании Oriflame, сколько платят. У компании Oriflame очень много денег, и наша задача их заработать. И вот смотрите, у нас есть, да, вот звание, вот, и годовой доход в рублях и в долларах. Смотрите, вы сейчас можете выбрать, какой годовой доход вы хотите, да, иметь. Сейчас я в звании золотой директор, и годовой доход у меня будет, ну, это как минимум 900 тысяч рублей, это почти миллион, вот. Аня у нас сейчас, Анна Черна, да, основатель нашего проекта, она исполнительный директор, у нее 6 миллионов рублей в год, да, годовой доход. Илона у нас Сухорукова, в открытом звании бриллиантовый директор, годовой доход более 2,5 миллионов. Как вам вот такие зарплаты? Девчонки и мальчишки, вы хотите столько зарабатывать? Вам платят на вашей работе хоть какой-то, я не знаю, из этих цифр, да? Да я думаю, что никто не платит. Я проработала 10 лет на дядю и на трех работах работала. Я не заработала себе даже на первоначальный взнос на квартиру, я не смогла откладывать. Вот, а в компании Oriflame у нас у всех есть вот такие шансы, да, и вообще изменить свою жизнь кардинально. Тем более, я вот настолько была, у меня, знаете, когда я пришла в проект, у меня, конечно, была куча вопросов, была настолько каша в голове, может быть, кто-то сейчас посмеется, но я не понимала изначально, кто будет платить мне зарплату. Я вот думала, Аня Чернову мне будет платить зарплату или компания Oriflame. Ну, в общем, вот даже вот, вот такие мысли у меня появлялись, когда мне Юля сообщила, что зарплату платит, да, выплачивает компания Oriflame. Я тогда, конечно, очень успокоилась, потому что я ж не знала, да, а я знала, что Анна Черна, девушка с Украины, да, основатель проекта. Ну вот, да, даже вот такие мысли у меня были. Вот. Ну, здесь все честно, все легально. Вы знаете, да, вы же уже видели, да, что мы открываем предпринимательство, мы платим налоги, мы делаем отчисления в пенсионный фонд. Мы, значит, у нас идет стаж. Ну, в общем, все классно, все как и должно быть. Да, вот. Так, дальше. У нас тут. И сейчас я вам расскажу, как выплачивать, да? То есть вы после регистрации, вам присваивается номер консультанта. На этот номер и будет начисляться ваш доход за организацию товарооборота. Но хочу сразу предупредить новичков, что мгновенных денег здесь нет. Что вы будете получать деньги только тогда, когда вы организуете хороший групповой товарооборот. Когда выйдете на определенный уровень, вы заключите договор с компанией Oriflame, откроете счет в банке, откроете индивидуальное предпринимательство, и вот тогда ваши доходы, вы сможете свои доходы пойти получить в банке, либо с карточки, либо с чековой книжки, можете чековую книжку завести. Вот. А до заключения трудового договора деньги будут находиться на вашем номере консультанта. Вот. Вы всегда можете в любой момент зайти в свой личный кабинет на сайте Oriflame и в отчетах посмотреть, сколько вам компания начислила доход, сколько в вашей структуре людей, сколько групповых баллов у вас в структуре. То есть вам никуда не ехать не надо, никуда звонить не надо. Вы в любое время суток можете зайти в свой личный кабинет и все это посмотреть. Вот так все замечательно, все, я вот даже не представляю, что бы я делала, да, если бы не этот проект. И сейчас я вам покажу вот такую табличку, как быстро, да, выйти на такой доход. Если вы
будете для себя, да, для своей семьи покупать, делать заказ на 20 баллов. Что такое 20 баллов? Это примерно в рублях это 600 рублей, да, это в российских рублях. Если вы в любом случае каждый месяц покупаете шампунь, кондиционер для волос, мыло, зубную пасту, гель для душа, вот, ну и что-то, да, там, из помаду, может быть, крем какой-то. Вот, если вы будете каждый каталог делать заказ на 20 баллов и приглашать делать то же самое двух активных людей, которые тоже будут делать по 20 баллов, то уже через 3 месяца у вас будет, смотрите, уже да, через 3 месяца у вас будет уже групповой товарооборот. Вот, смотрите, через 8 месяцев, да, у вас есть шанс уже выйти на уровень 22% и зарабатывать уже свои первые деньги. Вот, то есть вам необходимо делать для себя покупки, да, примерно на 20 баллов, но это примерно, кто-то больше делает, кто-то меньше, вот, и находите двух таких же активных людей, которые будут делать то же самое, то есть будут дублировать вас. Вот, и вы вот скоро, у нас девчонки выходят на уровень, значит, старшего менеджера, то есть на 22%. Некоторые выходят и за 6 месяцев, кто-то за 8 месяцев, кто-то за 10, кто-то за год, кто-то за полтора. Ну вот сколько усилий, да, они приложили к работе, на такой доход они и через такое время они на доход и выходят. Вот. И хотела я вам рассказать, какие преимущества, да, в компании Oriflame. Я выбираю стабильность, потому что компания Oriflame очень стабильная компания. На мировом рынке она уже 48 лет. Я считаю, что необходимо работать со стабильными компаниями, а не с фирмами-однодневками, у которых кроме сайта в интернете больше ничего нет. В компании Oriflame огромнейший ассортимент продукции. Это не только средства личной гигиены, да, декоративная косметика. Здесь разработана уникальная серия Wellness. Это поддержка красоты, это поддержка здоровья и коррекция веса. Бизнес, передающийся по наследству. Вы знаете, что в России огромное количество сетевых компаний, но только в компании Oriflame бизнес передается в наследство. Очень меня привлекает, что здесь неограниченный доход. Потому что здесь нет ни кумовства, нету здесь, никто тебя не будет подсиживать, да, то есть нету дружбы с начальством. Вы сколько здесь поработали, столько вы и заработали. То есть сколько вы усилий приложили, такой доход вы и получили. Вот. Мне нравится, что здесь никто не уволит, да. То есть мы тут полностью застрахованы от увольнения, если вы сами не решите, да, уйти с компании, да, удалиться с компании, компания вас сама никогда не уволит. Вот. Очень привлекает, что можно путешествовать за счет компании по миру. Я думаю, что на работах, в которых вы сейчас, да, допустим, еще работаете, что ни один начальник не отправляет своих сотрудников за границу в пятизвездочный отель. А компания Oriflame по достижению определенных званий, значит, отправляет своих сотрудников, да, отдыхать и путешествовать по миру. Очень нравится, что здесь есть программа «Мой автомобиль». Это эксклюзивная программа, то есть компания Oriflame помогает вам оформить кредит, вот, и помогает его выплачивать. У нас девчонки уже получили, да, некоторые девчонки участвовали в этой программе, и знаю, что Юля Каратаева уже получила Шкоду Рапид. Вот, и замечательная программа есть «Мой дом Oriflame». То есть это тоже эксклюзивная такая программа для золотых директоров. То есть компания Oriflame помогает золотым директорам оформить ипотеку, да, и также помогает выплачивать эту ипотеку, значит, до 300 тысяч в год. Опять же, если вы выполняете определенные, значит, определенные уровни. Вот. Секундочку, слайдик загрузится. Хотела вам показать, что покупаю я, да, для своей семьи, какие
какая продукция мне нравится. Вот, я обязательно заказываю для своей семьи витамины, да, wellness. Вот, сама я пью постоянно wellness pack. Вот, мужу покупаю, ребенок у меня пьет wellness, да, витамины, рыбий жир. Вот, очень мне нравится крем для рук, вот этот шелковый. Замечательная серия для ног кремов. Вот, для лица мне очень нравится серия коллаген и эко бьюти. Эти крема вообще шикарные. Вот, нравится мне, подходят и шампуни, и гели для душа. Отличная зубная паста, очень нравится. Мыло шикарное. Ну, в общем, девчонки, я пользуюсь косметикой Oriflame 2 года, да, то есть в моей ванной комнате, в моей косметичке нет ни одного, ни одной, да, другой фирмы, да, косметики. Все только Oriflame, и я безумно-безумно рада. Вот, у меня никогда нету ни аллергии на нее, я очень рада этому. И вот вы видите, да, на слайдике тут вообще шикарное, значит, колье и серьги. Это я заказывала коллекция Royal. Вот, вообще супер смотрится, вот, замечательно. Вот, да, мой ребенок пьет вот эти витаминки, рыбий жир, и я заметила, что ребенок у меня меньше болеет, у него укрепился иммунитет, и даже если он заболевает, то он намного проще переносит эти болезни. Вот. Так, секундочку, сейчас слайдик еще один загрузится. Вот, и давайте сравним, да, вот, если работать по найму и если работать с нами дома. То есть у нас гибкий график работы, если работать по найму, то там график фиксированный, да. То есть как начальник сказал, так вы и приходите. Здесь мы сами себе начальники, то есть здесь нет у тебя начальника, ты сам решаешь, во сколько ты будешь работать, сколько ты будешь работать и когда, утром, вечером или ночью, или в обед. Платим мы налог всего с дохода своего 6% в России, по Украине 5%, либо 4% сейчас даже, в Казахстане всего 3%. Если вы работаете по найму, то отчисления у вас делают в налоговую 13%. У нас здесь также идет стаж. Кстати, когда вы работаете по найму, там не всегда трудоустраивают. И зачастую, да, стажа нет. Ну, по крайней мере, у меня такое было. Я работала на некоторых работах, где не оформляли, да, официально. То есть я работала, а стажа мне не идет. Вот, значит, у нас нету риска увольнения. Вот, а на основной работе по найму можно попасть и под сокращение, и под увольнение. У нас, в отличие, да, работы по найму 17 зарплат в году, а не 12. Вот, у нас пассивный доход начинается с уровня золотого директора. То есть, если вы не хотите дальше расти, вы можете больше не работать. Вы будете выплаты все равно получать. Вот, занятость у нас в 2, да, от 2 до 5 часов. Занятость на основной работе, да, вернее, работе по найму примерно, ну, 9 часов. Кто-то работает и 10, и 14 часов. И у меня такое было, я работала и 14 часов в сутки. Вот, также время на дорогу мы не тратим, потому что мы работаем, не выходя из дома, да, мы работаем дома, в комфортной обстановке, в тишине, в уюте, с чашечкой кофе. Вот, ребенок всегда с нами, да, под присмотром. А я помню, когда я ездила, да, на работу, то это и пробки постоянные, да, постоянно переживаешь, что ты опоздаешь, что тебе штраф будет, что в этих маршрутках невозможно ездить, да, ты в них просто не помещаешься. Вот, сейчас, конечно, я про все это забыла, потому что работаю только дома, я безумно-безумно рада. Вот, и, конечно, отпуск. Если раньше, да, я могла себе позволить отпуск только 5-7 дней в году, и то мне приходилось с девочками, да, как-то договариваться, потому что отпуск нас не отпускали, отпуск нам не оплачивали. Вот, то сейчас, конечно, получая такие доходы, конечно, я могу себе позволить отпуск хоть 3 раза в год.
Вот. И, конечно, я считаю, что я вот сейчас нахожусь в декретном отпуске. Мой декретный отпуск заканчивается 8 февраля. У меня ребеночку будет 3 года. И в пятницу, 6 февраля, я уже еду в отдел кадров и пишу заявление на увольнение. Потому что я больше как бы по найму работать не хочу, не собираюсь. Поэтому я выбрала компанию Reflame, чему безумно-безумно рада. Безумно рада Аня Черна за предоставленную возможность. Потому что, Анечка, если бы не ты, я бы не знаю, как мы жили бы, да, я бы, конечно, уже, наверное, вышла на работу еще, когда моему ребенку исполнилось 1,5 годика, я бы его отдала в садик, и то я бы даже не знаю, в какой бы я сад отдала, потому что наша очередь в детский сад еще не подошла. Вот, я бы не знала, с кем бы я оставляла своего ребенка. Вот. И хочу вот подвести такой итог, что это законный бизнес без денежных вложений, что засчитывается трудовой стаж, передается по наследству, 17 зарплат в году плюс премии и выплаты каждые 3 недели. Все это, девчонки и мальчишки, настолько здорово, настолько замечательно. Я вам всем желаю, чтобы вы вышли на хорошие доходы, на хорошие результаты, чтобы вы не сомневались. Будьте более настойчивые, да, ставьте себе цели, мечтайте, не запрещайте себе мечтать. Я благодаря компании Reflame, да, снова научилась мечтать. Раньше, конечно, когда я, да, закончила учиться, да, и столкнулась с такой проблемой, когда работа, я вот думала, что все, я вот выучусь, да, я устроюсь, как нас учили, да, учитесь, потом устроитесь на хорошую работу, будете зарабатывать. В 20 лет я уже, конечно, столкнулась с такой проблемой, я уже разочаровалась, что не так все радужно, не все так красиво, не всегда, да, на работах платят столько, сколько бы хотелось зарабатывать. Что, ну, на самом деле, да, было разочарование в жизни. И сейчас, когда у меня появился, да, проект, вот этот экспресс-карьера в моей жизни встретился, конечно, я снова стала мечтать. И мои мечты, как я вам уже показывала, да, понемножку начали осуществляться. И давайте подведем итоги, да, что необходимо для успеха делать. Это первое, пользоваться продукцией. Второе, рекрутировать в интернете, то есть с помощью интернета находить людей. И третье, конечно, обязательно обучаться. Необходимо будет посещать вот такие вебинары, где девчонки подробно показывают и рассказывают, как искать людей, что им писать, как им предлагать, как им отвечать, как регистрировать, как работать с командой. Конечно, Аня Черна очень молодец, она настолько вот разработала все до мелочей, все предусмотрела, да, конечно, путем своего опыта, да, проб и ошибок. Но у нас сейчас, девчонки и мальчишки, готова система работы. Нам остается просто им воспользоваться, да, просто дублировать. Вот. Сейчас, секундочку, слайдик следующий. И кто у нас досидел до конца, да, получает вот такой бонус. Бонус это вам выдается после регистрации сайт, готовый сайт, который помогает вам находить людей в интернете. Вот. Для того, чтобы его получить, вам необходимо будет обратиться к своему спонсору, да, к спонсору, который пригласил вас в проект. Вот, благодаря этому сайту вам будет очень легко привлекать людей. Сайт замечательный, Аня Черна тоже постаралась для нас. Молодец, спасибо ей огромное. Вот, я считаю, что раньше, допустим, когда у нас этого сайта не было, Анинова, вот, мы рекрутировали без сайта, конечно, было намного сложно, на сложнее работать. И плюс для меня это был вообще темный лес, да, как сделать сайт. Я вот даже собиралась находить людей, которые делают, и платить деньги. Но Анечка нам предоставила такую возможность, и теперь нам не нужно, да, тратить свои деньги, чтобы себе, да, сделать сайт. Аня уже обо всем позаботилась и нам предоставляет вот такой бонус в виде сайта. Вот. И сейчас, наверное, у меня слайдик перелистнулся. Сейчас, секундочку, девочки и мальчики. Я хотела вам рассказать, какие у меня цели.
Сладик почему-то у меня тут не загрузился. Так, я хочу вам, тогда я вам без слайдика покажу, какие у меня цели на 2015 год. Значит, открыть звание бриллиантового директора, то есть я хочу иметь 6 веточек, чтобы у меня было на 22%. Сейчас на данный момент у меня только 2 веточки, но у меня 4 веточки уже запущены, в этих ветках есть уже активные люди, и мы будем стараться, у нас весь год впереди, мы будем идти к новым званиям, к новым вершинам. Вот. Вторая моя цель в 2014 году — купить квартиру. Вот я готовила слайдик, но почему-то он не загрузился. Значит, моя цель уже в марте месяце — оформить ипотеку. Я выбрала квартиру, значит, в хорошем районе, в новом, такой развивающий район с развитой инфраструктурой. Значит, выбрала трехкомнатную квартиру, евро, уже с ремонтом. На первоначальный взнос я уже деньги, значит, почти уже заработала, то есть мне осталось дождаться марта, получить свои премии. И как бы моя заветная мечта, да, приобрести свое собственное жилье уже осуществится. Это все благодаря проекту «Экспресс Карьера», благодаря компании «Орифлейм». Вот. Так что, девчонки и мальчишки, у вас есть все шансы, чтобы ваши мечты уже через год, через два сбывались. И вот такой слайдик я вам подготовила. Если ты не решишься на это сегодня, завтра будет таким же, как и вчера. Вот. И, внимание, я хотела еще сделать вот такую, это очень такой важный момент, обратиться к тем людям, которые еще не в проекте, но которые уже хотят, да, побыстрее начать свое дело в интернете. Вам необходимо будет написать тому человеку, кто пригласил вас в проект, вот, и он вас обязательно зарегистрирует и даст первые инструкции, что вам необходимо делать. Вот. И завтра мы вас приглашаем в это же время, в 13:00 по Киеву, в 14:00 по Москве. Послушайте историю, да, с вами поделится Диля Каипова. Она поделится с вами своим стилем жизни, она расскажет, как изменилась ее жизнь с проектом. Вот. И я вам желаю, чтобы ваша жизнь изменилась нашим проектом, точно так же, как и моя жизнь изменилась. Всем спасибо за внимание, всем приятного дня, всем пока-пока.